Парни, так еще серию я ни одну не начинал. Я сижу в прицепе на снегоходе. Мы едем в Лагонаке, но, сука, мы туда не доехали. И у нас развалился ступичный подшипник. На улице просто какой-то жутчайший ветер, прицеп прям вот реально раскачивает. А тягача нет, он уехал в ближайший город за подшипником. На улице идет какая-то жуткая крупа. Сейчас я вам попробую показать, что это такое. О, реально сдувает с ног просто. Какая-то просто жуть вот такая летит. А вот, собственно, гребаные ступицы, которая развалилась. Вот так вот выглядит начало ролика. Ребятки, это просто какая-то жопа. Но я надеюсь, что все-таки мне сейчас привезут подшипник, и мы сможем продолжить поездку в Лагонаке. Поменял подшипники, я замерз как собака. Слава богу, Алексей резко метнулся. Славный город Шахты. Привез подшипники, иначе я не знаю, что мы вообще делали бы. Кстати, возит мой этот прицепчик вот такой замечательный дастер. И его владелец Леха. Леха, скажи, а что за дастер-то? Он же вроде как бы наслышан, что на крыше снегоходы возят. Да? Дастер просто пушка, 30 тысяч пробега. Он новый. И если кто-то спорит, там Полярис, Бирпи, Арктик Кэт, в автомобилях нет равных ему. Никто со мной не спорит, просто никто. Что за история с крышей? А, ну снежек купили, все уехали без меня. И пришлось снегоход на крыше везти. Ну да, так что прекрасно ехал. Причем самое интересное, расскажу так. Багажник выдерживает 120 килограмм. И если мы на багажник ставим, то мы нарушаем ПДД. А если мы ставим 250 килограмм без багажника, то гаишники не могут доколупаться, никаких вопросов. Останавливали, по-моему, да? Да, останавливали за встречки постоянно и пытались что-то сказать. Ну, нечего сказать. Если бы багажник был на багажнике, это нарушение. А когда просто на крыше, таких просто, ну, правила таких просто не предусматривают. Для 30 тысяч это такой боевой достаточно, я хочу сказать. Вот 4 переворота. А, 4 переворота, да? А что ты с ним делал? По двигателю, не по двигателю там? Ну, распредвалы поменены, прошиты, и блокировки пнеума полностью стоят. Ёлки-палки, ты денег вкачал прилично. Похоже. Нормально, да. Ладно, понял. Но зато фильтр салона, кондиционер и маверики, все, кто водители мавериков, они как свиньи, а я еду в шортиках и в галстуке. Едем уже на место каталки. Я теперь уже на другом транспортном средстве вместе с Игоряхом. Вы его, наверное, помните по Архизу. Вот, в общем, короче, едем кататься. Настроение очень солнечное, потому что внизу солнце, наверху солнце. Пока едем, давайте я вам отвечу на несколько вопросов, которые вы задаете. Первый относительно того масла, которое мы используем. Но мы катаемся на оригинальном масле поларисовском, благо мы запаслись им, купили с Вованом на двоих 200 литров, и у нас, в общем, его, как говорится, много. Вот, поэтому сейчас не планируем переходить ни на что другое. Собственно, чего-то другого пробовали пацаны, разные масла там, и Матюль, и Red масло. Ну, у всех, как и всегда, и как и с машинами, всегда свое мнение. Кто-то говорит классно, кто-то говорит фигня полная. То есть, ну, вот мы на оригинальном катаемся, как еще сказал, как уже сказал, переходить не планируем на другое. Вот, по поводу того, что почему у меня ломается вал, об этом я вам расскажу в следующей серии. Я сейчас хочу проверить свою теорию, едем кататься, проверю свою теорию. Если она правильная, то я, соответственно, в следующей серии вам все расскажу. Но сразу скажу, это не из-за гусеницы, не из-за тюнинга, не из-за этой коробки TKI и не из-за катков увеличенных. По поводу того, где мы сейчас собираемся закрывать сезон, ну, мы его пока еще не планируем закрывать. Впереди у нас еще поездка на Северный Урал, я думаю, будет. Сейчас 4 дня катаемся в Лагонаке. Вот, ну и, соответственно, будем посмотреть, как говорится. Так, ну что, хватит болтовни, погнали кататься. I'm not afraid to die.
ребят, вот катаемся, просто катаемся по лесочку сейчас. Я говорю о том, что лес очень ходовой, редкий, деревья редкие. А Рома говорит, что это просто, говорит, весь хлыст, все кусты замело. Говорит, здесь снега до хрена. Я вот решил померить ради интереса, сколько это до хрена. Кстати, щуп карбоновый, представляете? Понтово звучит. Ни хера себе. 7-метровый. Так, меряем, короче. Давай. Вот здесь ручеек. Слушай, ну нифига себе. Опа. Нифига себе, понял. Че, копать будешь? Охренеть, короче. Вот это да. Ну, в общем, 3 я его засунул, он 3-метровый. Ну, еще плюс вот так, но это полметра. И рука у меня 4 метра, это минимум. Это не дно еще, я так понимаю. Нет. Потому что, да, это не дно, ни грязи, ничего нету. Хотя это ручей. Вот так, парни. Должна быть пятерка здесь, по идее. 5 метров снега, представляете? На самом деле это круто. Ребят, пьем чай, стоим. И вот я смотрю, и что бросается в глаза? Это два момента. Первый момент – это у всех стоят катки 911. Вообще просто у всех. Просто у всех. И второй момент. Я сегодня в окружении BRP. Просто вот Polaris сегодня у меня в таком вражеском тылу, короче. Полосовод, да. Одни BRP. Ты поймешь прелести Polaris, когда сломаешься здесь. Тут сразу как эти анаконды. Налетят, да? Ну, на самом деле, говно техника, да? Вот так по-честному. Полная вообще, полная. Ты про BRP, да? Ага, пожалуйста. Это супер контент, блядь. Я, заметьте, даже ничего не спорю. Опасненько. Polaris лучшая техника, вы же знаете. Coming.
можно встретить технику потерянную. Чья-то верпиха обрела здесь покой. Слушайте, уже темнеет на самом деле. Покатались, я считаю, отлично. Места супер просто. Единственное, что совет, кто сюда поедет, заправляйтесь нормально, по полной программе, потому что за день мы скатали практически все по полному баку. Вот, и это Polaris, он ест поменьше немножко, берпиха жрет побольше. Что ты скажешь? Берпиха побольше жрет? Мегакатка. Мегакатка? Короче, парни, я вам скажу так. Если вы умеете ездить, что там я со щекой еще, то похеру на чем, и если у тебя есть дух в твоем теле, ты поедешь везде и будешь в теме. Короче, вот так вот, парни. В общем, давайте всем пока. Продолжаем здесь кататься, поэтому серии еще с Лагонак будут обязательно. Кому нравятся Лагонаки и подобная катка, смотрите. Все, пока.